Ребята, всем привет! Сегодня мы находимся с вами в Крыму, в Орджоникидзе. Маленький такой поселок неплохой. Посмотрим берег его, посмотрим набережную, все, что есть. Пойдемте погуляем по Орджоникидзе, посмотрим, что же горы. Вот там вот вдалеке, вон видите, там горы. Карадаг гора и Коктебель. А рядышком здесь находится Орджоникидзе. Песчаный пляж, песочек, кстати. Правда, есть немножко тины, я смотрю. Песочек и тины. Давайте немножко посмотрим, что здесь у нас в Орджоникидзе. Тоже горы. Люди загорают. Но прибрежная зона здесь чуть-чуть, конечно, поменьше. Если посмотреть, сам пляжик чуть-чуть поуже. Идем по такой маленькой набережной. Топаю я с вами, видите? Лето, Крым, 2019, Орджоникидзе во всей красе. По пляжу, наверное, не пойду. Давай сейчас по набережной поднимемся. Ветерочек, наверное, дует, но думаю, вы меня слышите. Следующее видео будет круче, потому что я заказал себе микрофон такой петличкой. Будет шум поменьше от ветра. Здесь, конечно, шум от ветра есть. Вот такая вот набережная. Короче, будет сильно. Надеюсь, меня бы немножко слышно. А вот там подальше к городу, видите? Центр, точнее, города. Там набережная уже побольше, поинтереснее. Сейчас пройдем, посмотрим все, что там есть. Ну, водоросли. Мне не нравится, что здесь много водорослей, ребят. Вроде бы песочка, кстати, достаточно мелко. Но песок — это хорошо. Есть минус то, что водоросли. Горы, там Коктебель. Ну, хорошее место, все равно отдохнуть можно. Кто с шезлонгом, кто просто так. Люди загорают, ходят. Сейчас я попозже, наверное, тоже к морю подойду. Попробую море. Рукой. Ветер сильный, наверное, сильно дует, ребят. Вообще никакая. Надеюсь, вы послушаете хоть немножко. Мы с вами гуляем. Гуляем с вами по Орджоникидзе. Идем. Новый день, новый город, новые приключения. А, вот здесь пляж побольше, здесь хороший. Смотрите, какой пляж. Здесь уже песочка побольше. Вообще классно. Давайте посмотрим. Великолепно. Здесь уже пляж классный. И там даже не в этих. Водорослей нет, ничего. О, здесь классно. То есть там было у нас начало пляжа, а в центре замечательно. Все чистенько. Песочек. Прям хорошо, хорошо. Кафешки, столовые. Еда здесь разная. Тут супы, допустим, борщ или щи есть по 50, по 60 рублей. Есть по 30. Ну, называются они все столовые, но на самом деле столовые как маленькое кафе. Все столовые как маленькие кафе. Ну, здесь, я смотрю, не так развито много ракет, что-нибудь такого. Сейчас посмотрим. Здесь пляж тоже шезлонги. Вот такой вот пляжик. Орджоникидзе. Ну, давайте еще по набережной прогунемся немножко. Показать вам еду, что сколько стоит. Ну, где-нибудь дойдем до какой-нибудь столовой, еще вам покажу. Немножко пройдемся еще, чтобы вы знали. Кораблики, лодочки. Вот за той горой Золотые ворота находятся. Такая гора, арка, в нее можно зайти. Проплыть, точнее, проплывает. Называется Золотые ворота. И как, ну, горы известные, как Коктебель. Карамышевый рай. Ну вот, например, сейчас цены вам покажу. Вот. Ой, здесь не так дорого. Шашлык из свинины. Шашлык из свинины 150. Шашлык из баранины 200. Баранина на ребре 290. Шашлык из семги 250. Ну, вы все видели. Здесь цены такие более-менее разумные. Мороженое дорогое, рублей 50, самое дешевое. Вот такие. А вот 35 есть. Ну, мороженое очень дорогие. На пляж. Надо в городе где-нибудь питаться.
в городе подешевле. О, веселятся роботы, глянь какие, давайте посмотрим. Ого, робот настоящий, вот это прикольная тема. Как-то он так движется, реально робот. Обалдеть, а? Вот это крутая тема. А как вот так шевелится? Ничего себе. Вообще супер робот, а? Трансформер настоящий. Ова, супер трансформер. Товарищи, родителям вход бесплатный. Сегодня интерактивная шоу-программа. Родителям вход бесплатный. Классная вещь. Трансформер какие-то, аттракциончики. Так, вот бистро, столовая. Давайте посмотрим, что сколько стоит. Вот здесь вот. Борщ 50. Суп с фрикадельками 55. Или так. Говяжий гуляш 40-120. Ну вот достаточно недорогая столовая. Мы сможем покушать, попитаться. Ну, кстати, тоже хорошая. А здесь песочек, смотри, здесь уж водоросли нет, здесь вообще отлично. А? Место, гляньте, какое хорошее. Песочек, песочек, без водорослей, без всего, отличное местечко. То есть вот там город, вот там домики. Не, достойное место, потому что как-то Бели, там пляж у нас из гальки. А здесь рядышком, пожалуйста, песчаный пляжик. Великолепно. Сейчас мы... Ну, все, конец, зашел до конца набережной, ребят. Всем удачи, всем привет. Мы с вами в Орджоникидзе, вот такое красивое местечко. Смотрим видосики, продолжаем шоу. Впереди, бум.